Адаптивный спорт – это спорт для людей с особыми потребностями. В него входит адаптивное физическое воспитание, реабилитация, двигательная рекреация, художественно-музыкальные, телесно-ориентированные практики и экстремальные двигательные активности. Но прежде всего адаптивный спорт – это соревновательная деятельность, в которой человек стремится к достижению максимальных возможностей, совершенствует свою спортивную технику за счет сохранных функций. В Казахстане в последние годы спортивное адаптивное движение набирает все большую силу. Ряды общественного фонда «Мир равных возможностей», который и ведет эту благородную миссию, постоянно пополняются. Дети с инвалидностью борются с малоподвижным образом жизни, повышая самооценку, формируют самостоятельность личности, налаживают коммуникационные способности. В фонде понимают, что особяшкам, как их называют, именно сейчас необходимо подготовить этот прочный фундамент личности. В этом как раз таки и помогают адаптивная физическая культура и спорт. У нас же в адаптивном карате участвуют все нозологические группы. Это люди с нарушением интеллекта, с ментальными нарушениями. Это также люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но также участвуют и люди на колясках. То есть оно более обширный вид спорта, я считаю. Но любой вид спорта, тем более такой специфический, не может быть без соревновательной практики. И в фонде сумели подарить такую возможность своим подопечным. Казахстанские дети по специальному приглашению приняли участие в 11-х открытых всероссийских играх по карате и пара-карате. В городе Долгопрудный, что в Московской области, наши юные земляки совершили самый настоящий фурор, завоевав в ката 2 золотые и 3 бронзовые медали. Для них это, конечно, счастье, и для нас это гордость. И более того, мы привезли 2 золота и 3 бронзы. Теперь наши ребята, просто их не остановить, я считаю. Тем более у нас в регионах также открыты секции по адаптивным видам спорта. И для этот пример для всех ребят будет хорошим стимулом в дальнейшем заниматься спортом неустанно. Но обо всем по порядку. Казахстан представляли 5 спортсменов: Мейержан Адияров, Диас Хадыр, Ильяс Жаксыбек, Айбек Турсынакын и Султан Сагатбек. Ребята имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. Все они посещают адаптивные спортивные секции в рамках проекта «Саламатты Болашак». Для детей это первые крупные выездные соревнования, к которым они готовились очень основательно, уделяли больше часов тренировкам, ужесточили свой режим дня. Мы очень сильно готовились, ребята переживали, но случилось чудо, мы победили. Это чудо все-таки или результат упорной работы? Это результат, во-первых, упорной работы. И спасибо ребятам, то, что они, получается, вначале переживали, но когда пришли на татами, начали показывать свои результаты. Чемпионами своих возрастных и весовых категориях стали Мейержан Адияров и Диас Кадыр. Карате они занимаются уже больше 4 лет. Раньше они участвовали только в местных соревнованиях, поэтому очень переживали. Если честно, соревнования были сложными. Мы знали, что ехать туда нужно с большой целью. Хотели завоевать медали, порадовать своих родных и близких. Перед турниром мы тренировались каждый день, и все мои друзья хотели занять призовые места, посвящая свою награду всему Казахстану. Диасу 13 лет. Рост для своего возраста. Подросток радовался не только личному достижению, но и медалям своих друзей по команде. Диас, поздравляем тебя с золотой медалью. Как прошел турнир? Доволен ты своим результатом? Спасибо. Я доволен всех. Турнир идеально прошел. Немножко был сложный. И зато первое место делал. Когда ты сражался там, в России, о чем ты думал во время соревнований, когда вот ката свое делал, когда выступал? О чем думал? Какие мысли в голове у тебя были? Первое место делал. Только медаль, только золото? Ага. Конечно, это одно из больших, значимых событий в жизни Диаса. Может быть, он как ребенок сам не понимает, особенно не осознает. То есть он говорит: да, я съездил в Москву, я занял первое место. Может быть, он не проявляет свои эмоции, но, конечно, для него это... Мы, как родители, мы заметили его волнение в процессе подготовки. Даже в ночь перед вылетом ребенок толком не спал. Но очень-очень им горды. И надеюсь, в будущем мы еще сможем вместе с сыном стоять за честь Казахстана, выступать на таких международных соревнованиях.
Самый младший в команде победителей – Айбек Турсынакын. Ему всего 11 лет. По итогам выступления на соревнованиях он получил медаль лично из рук президента Федерации спортивных единоборств СПОДА Сергея Симайкина. А его другу Ильясу Жаксыбеку 13 лет. Что примечательно, их объединяют не только бронзовые медали турнира, но и общее желание в будущем стать тренерами в адаптивном карате. Как прошли соревнования? Довольны своим результатом? Хорошо. Очень отлично. Нам тренер помогал. Илья, что ты скажешь? Как для тебя прошли соревнования? Как прошли они? Хорошо. Тренер нам помогал. Мы еще хотим, чтобы участие было хорошо, нормально все. Еще будет, если соревнования, будем идти. И то, что вы сами тренировались каждый день здесь в зале, для вас это тоже, наверное, сыграло свою роль, да? Да. Какие-то в будущем мечты, что планируете, какие планы на карате у вас? Я хочу еще раз победить первое место. А да. У тебя какая мечта? Мне тоже стать первое место. Надо много тренироваться и стать первым местом. Mm-hmm. Спасибо за тренер, что помогло. Mm-hmm. Я тоже хочу быть, когда буду вырасти, я тоже буду как тренер. Тоже будешь тренером работать? Ага. Ну и, конечно, значение тренера. В любом виде спорта наставник для атлетов играет очень большую роль. Что уж говорить об этом движении, здесь имя бессменного сенсея Джангира Жумабекова на первых ролях. В группе 30 спортсменов, разделенных в две смены. Именно его уверенность, спокойствие, фанатичная многолетняя работа с особенными детьми и помогли в итоге ребятам показать свое лучшее карате. А самое главное, психологически надо настроить ребенка. То есть, когда они приходит на соревнования, бывает такое, что ребенок перегорает, он уже начинает бояться, или наоборот, наступает такой момент, когда апатия, ничего не охота делать. В этот момент надо просто подбодрить, где-то словом, где-то делом, где-то взглядом просто. Направил его, он все, он уже понял, что надо делать и действовать. Кто из пятерых ребят удивил вас там в России, кто раскрылся по-новому? Получается, Алдияров Мержан хорошо выступил, потом Кадыр Диас. Но получается, все ребята, они показали то, что они тренируются и работают над собой. Ну и, наконец, еще один герой – Султан Сагатбек. Давая интервью нашему телеканалу, казалось, что он еще не остыл после своих первых международных соревнований. Говорит, что совсем немного не хватило для опыта. Но в будущем будут только золотые награды. Я, конечно, рад, что представил свою родину, свою республику на таком международном соревновании. И думаю, что впереди будет еще больше, дальше больше, как говорится. Но мы не будем на этом останавливаться, прогрессировать будем. Я думаю, у каждого мужчины должен быть свой любимый друг. Это спорт. Хоть карате, хоть что. Я выбрал свой путь, я нашел себя в карате. Кому свою победу посвящаешь? Я посвящаю свою победу моим родным, близким, моей стране, моим братьям, всем казахам. Ассаляму алейкум. Каждое соревнование для них – это вызов самому себе, возможность продемонстрировать свои неограниченные возможности и не отставать от своих здоровых сверстников в своем стремлении к спортивному мастерству, не устает повторять Нургуль Ульжекова. И благодаря спорту ее сын уже больше 3 лет не ходит по различным реабилитациям, достаточно несколько раз в неделю позаниматься карате в зале. К слову, Арслан Намазалы является одним из самых первых в группе адаптивного восточного единоборства, но в их среде действует честная конкуренция, поэтому на российские соревнования даже сын руководителя фонда не смог получить свою путевку. Наша же основная цель – это вызвать устойчивый интерес у ребенка к систематическим занятиям спортом, к здоровому образу жизни. И как бы карате – это один из видов спорта, это одна из возможностей. Также можно заниматься любым другим видом спорта. Главное – найти хорошего тренера, который должен знать подход каждому ребенку и адаптировать этот вид спорта для него. И, конечно, участие уже в международных соревнованиях – это уже действительно показатель того, что наши люди с инвалидностью, они имеют безграничные возможности.
В мире равных возможностей очень надеются, что такие успехи детей с инвалидностью в спорте станут хорошим примером для других ребят. Ведь спорт может стать самым эффективным средством непрерывной реабилитации, которое охватывает все сферы жизнедеятельности человека.